привет! Представляю к вашему вниманию универсальное аварийное пусковое устройство Харку-Пьеди. Когда разряжен аккумулятор, всего-напросто подключить положительные и отрицательные клеммы, и можно запустить автомобиль. Давайте я вам покажу, насколько это просто. Подключаем красный к положительному полюсу, черный к отрицательному полюсу. Заводим мотор. Интеллектуальная распознавательная система 12 и 24 вольт. Подходит для легковых и грузовых автомобилей. Удерживая 12 или 24 вольт, можно дать соответствующее напряжение. При необходимости можно использовать в качестве аварийного освещения. Кроме того, и можно зарядить мобильные девайсы,